Друзья, в Верхнем Пушмининском парке, в Манин парке, заработало колесо обозрения. Сейчас идет техническая обкатка. Я бы хотел вам показать прайс-лист и напомнить, что 1 мая состоится торжественное открытие аттракциона в 14 часов. Всем можно прийти и поприсутствовать на торжественном открытии. А пока прайс-лист, мы видим, что он делится на эконом и стандарт, а также на выходные дни и праздничные. Еще есть VIP-кабинка. Стоимость ее будет другая, она будет внутри немножко оформлена, и плюс тонированные стекла. График, как мы видим, с 5 до 10, и выходные дни он будет работать с 10 до 10. Сейчас есть возможность прокатиться. Получается, кабинки все оборудованы и кондиционерами, и кондиционер, и отопитель. То есть в зависимости от времени года. Летом будет прохладно, зимой будет тепло. Отлично. Колесо вращается по времени 13-15 минут, да? 15-15 минут. Все, вот так внутри выглядит кабинка. 13-15 минут, в зависимости от загрузки, ветра, вы будете крутиться на этом колесе высотой 35 метров. Но какой вид открывается с высоты, я думаю, мы скоро увидим. Сейчас мы находимся почти на самой высшей точке, и вид действительно отсюда открывается очень красивый. Видно весь город, Верхний Пушму. Летом сзади сейчас вот парк будет, там все будет, деревья, будет зелень. Очень красиво видно дорожки в парке. Очень крутой вид на самом деле. Ну, я думаю, что это самое лучшее место все-таки в Верхней Пушме. Ну или даже лучше того, чем раньше было колесо обозрения около Ледовой арены. Очень круто.